PX. Исторически так сложилось, что это был первый алгоритм, который был создан для данного прибора. Скрипт позволяет автоматически обработать осциллограмму, записанную с датчика давления, закрученного в цилиндр двигателя. Для того, чтобы получить информацию про наш двигатель, мы выкручиваем свечу, закручиваем датчик давления в цилиндр, подключаем осциллограф и записываем осциллограмму с работающего двигателя. После обработки данной осциллограммы мы получаем отчет с множеством параметров двигателя. Вот таким вот датчиком, закрученным в цилиндр двигателя, мы получаем расчет компрессии, степени сжатия, установки фаз газораспределения, угол опережения зажигания на различных решивах, сопротивление выхлопной и впускной системы и так далее. Ну, сейчас детально я покажу там на примерах, кому интересно, как будет все видно. Значит, мы подготовили сейчас версию скрипта 3.0. Важным нововведением в скрипте PX мы наконец научили говорить его на человеческом языке. Кто пользовался данным инструментом, зная, в каком виде отображалась информация, я думаю, сейчас вам понравится, как сейчас ты научился говорить. Ну, может, не словами, но, по крайней мере, писать. Але ж графики то так же клиенты, как и графики. Не переживайте, для особо искушенных графики остались. Так, хорошо. Начнем тогда, покажу я вам первый пример. Вот, значит, так выглядит осциллограмма, которую мы записываем с нашего двигателя при помощи датчика давления в цилиндре, и также записан сигнал синхронизации. В данном случае это сигнал искры. После того, как мы выполняем скрипт, мы получаем определенное количество вкладок. Я думаю, что многие вкладки знакомы пользователям. Я сейчас вот покажу, значит, сейчас добавилась такая вкладка «Результаты анализа». Видно, в каком формате? То есть, получается, в данном случае, после обработки осциллограммы, скрипт сказал, что неисправности не обнаружены. И констатирует, какие у нас параметры были определены. Значит, здесь я сейчас не буду детально останавливаться на этих всех параметрах. Мы к ним вернемся чуть-чуть позже, когда будем рассматривать конкретные неисправности и сравнивать с исправным автомобилем. То есть, видно, что все надписи у нас черно-белые, то есть нет у нас цвета, не выделены никакие неисправности. Такой отчет, кстати, можно распечатать и отдать клиенту. То есть для многих клиентов очень важно получить распечатку, что вот он действительно прошел диагностику. Он понимает, за что он заплатил деньги, и он может пощупать результат. Я не раз видел, когда клиент приходил с квитанцией распечатки ошибок там, с того же ланча, и это для него очень был важный документ, то есть вот он действительно прошел диагностику. То есть, в принципе, я думаю, что это психологическая составляющая тоже достаточно важный момент при работе с клиентом, и мы сейчас стараемся развивать прибор тоже для того, чтобы клиент, наша задача, чтобы клиент остался доволен. То есть даже я, скажем так, вот у себя на сервисе, когда работаю с персоналом, то есть я говорю, наша задача не отремонтировать автомобиль, наша задача сделать так, чтобы клиент остался доволен. Даже если мы не можем по какой-то причине отремонтировать этот автомобиль, если клиент от нас ушел довольный, даже мы не отремонтировали автомобиль, мы свою работу сделали правильно. Если мы отремонтировали автомобиль, но клиент все равно недовольный, значит, мы неправильно выполнили свою работу. Информация на других вкладках пока что мы тоже пропустим. Сейчас рассмотрим другие примеры и вернемся для сравнения с исправным автомобилем. Следующий пример я покажу.
На что хочу обратить внимание? Кто пользуется скриптом, знает, что старые версии работали только если мы записали осциллограмму с холостого хода. Сейчас скриптрик умеет уже работать с осциллограммой, которую мы записали, еще начали записывать до запуска двигателя. То есть мы включили запись, пошли, завели машину, машина работает на холостом ходу, два раза мы газуем, один раз плавно набираем обороты, один раз резко набираем обороты, глушим, и такую осциллограмму скрипт обрабатывает и выдает нам всю информацию. То есть вот в данном случае у нас автомобиль завелся, но тут же заглох. То есть раньше это была немножко проблема для скрипта, но сейчас скрипт легко справляется с таким файлом, и сразу мы получаем заключение. Ну, во-первых, он пишет, отчет скрипта не полный. То есть для того, чтобы мы получили полный отчет скрипта, нам надо выполнить измерение согласно методике. Как я только что сказал, холостой ход, одна перегазовка, вторая перегазовка, подключить датчик давления и подключить датчик синхронизации, в данном случае искры. Поскольку мы не выполнили все требования по методике, он нас предупреждает. Будет, правда, детальная расшифровка, что именно мы не выполнили. Сейчас выглядит отчет в таком виде. Значит, недостаточное наполнение цилиндра при 1500, вероятно, из-за большого сопротивления выпускного тракта. И сразу же красным пишет, большое сопротивление выпускного тракта при таких-то оборотах. То есть, кто пользовался скриптом, знает, что мы смотрим на вкладку «Выпуск». У нас наша диаграмма выпуска должна вписываться в нашу зону. В данном случае вот наша зона красненькая здесь снизу, а наша диаграмма значительно выше. То есть, если мы маркеры поднимем, мы видим, что у нас давление в выхлопной системе, точнее сопротивление, вот как у нас написано в этих подсказках, потери мощности на такте выпуска в зависимости от оборота. Оборот у нас вправо. И цвет – это нагрузка. Красный цвет означает максимальная нагрузка на двигателя. Сейчас у нас 100% максимальная нагрузка, но сопротивление выхлопной системы настолько большое, что двигатель даже при 100% нагрузке он глохнет. Если мы сравним с примером с исправного автомобиля, вот выпускной тракт, у нас получается, что вся диаграмма практически полностью лежит в пределах нашей красной зоны. То есть здесь выпускная система работает исправно, во втором примере выпускная система работает неправильно, но даже опытному диагносту отчет уже не позволит пропустить какую-то неисправность. То есть он нам явно указывает, какая у нас есть неисправность, и помогает принять правильное решение. Также вот здесь еще есть одно сообщение, недостаточное наполнение цилиндра. Если мы посмотрим вкладку «Впускной тракт», значит, здесь мы видим, сколько свежего воздуха набирает двигатель в процессе работы. Опять же, красный цвет – максимальная нагрузка. Мы в идеале должны попасть вот в эту зону. В данном случае у нас недостаточное наполнение, и скрипт опять же нам подсказывает, вероятно, из-за большого сопротивления выпускного тракта. Поскольку выпускная система не пропускает выхлопные газы, большое количество выхлопных газов остается у нас в цилиндре двигателя, и свежие смеси мы не можем набрать, из-за этого наш двигатель глохнет. Идем дальше, еще два вопроса. Плохая пропускная способность выхлопного тракта. Из практики причина в чем? Забитость катализатора или резонатора, или клапана не вовремя открывается. Вот, из практики. В действительности причин бывает очень много. И, как правило, я сразу не иду вырезать, например, катализатор. Дело в том, что бывает даже самодельные глушители все пробуют. Я еще не видел нормального сделанного самодельного глушителя. То есть количество дырок сверлится недостаточно. Были у меня случаи, например, приезжает машина, я проверяю, говорю, забитый выпускной. Я говорю, катализатор. Он говорит, нет, не забитый, катализатора нет. Я говорю, ну там точно есть проблемы. Нет там проблем, там все хорошо. Заглядываем под машину, они переделывали выхлопную систему, не было у них подходящей трубы, взяли туда 25-ю
говорили, то есть сразу же забраковала их выпускную систему. Бывает, просыпается катализатор, остатки двигаются по выходной системе, забивают последнюю банку. То есть я обычно поступаю так. То есть я отсоединяю выпускную систему в том месте, где мне удобно, делаю еще одно измерение. Стало легче, значит, у нас неисправность после этого соединения. Если не стало легче, значит, двигаемся в сторону двигателя. Бывают случаи, вот там даже 124-й, у меня был Мерседес, катализатор отсоединили, а у него прямо в их штанах еще два каких-то бочонка. Вот эти бочонки были забиты. То есть по всей выпускной системе могут быть проблемы. То есть теоретически может быть даже и сам клапан. Например, нагар, либо недостаточное открытие клапана. То есть, к примеру, если кулачок съелся, он не будет открываться. То есть это тоже у нас будет отображаться на регулировочный клапан. То есть, если рокер обломанный, к сожалению, сейчас пока что программа еще не умеет автоматически распознать, но я думаю, что мы в ближайшее время сделаем даже, чтобы она правильно человеческим языком и такую неисправность расписывала. Причин может быть очень много, и обычно мы уже, то есть мы видим, что у нас проблема в сторону выходной системы, и мы ее начинаем отсоединять, выясняем, на каком именно уровне у нас эта проблема. Так дело в том, что если мы уже откинули коллектор, а там все равно у нас большое сопротивление, конечно, уже тогда лестница уже в мотор. Тут интересная ситуация. Значит, вот у нас двигатель запустился и заглох. А в действительности, если мы посмотрим нашу осциллограмму, то на нашей осциллограмме есть один участок запуска, а дальше есть еще одна попытка запуска, где двигатель чуть дольше работал. То есть, если нас интересует какой-то конкретный участок осциллограммы, мы можем его вручную выделить, и скрипт у нас обработает только ту часть осциллограммы, которую мы ему выделили. Это тот же второй пример, который мы только что смотрели. Заключение, в принципе, у нас осталось то же самое. Единственное, графики немножечко выглядят по-другому. Тут двигатель чуть дольше работал. Вот, он смог до 2000 набрать оборотов, хотя вот сопротивление по расчетам нашего скрипта, скажем, превышает 100%. Как правило, если у нас выхлопная система общая для всех цилиндров, и она в целом забита, то у нас до 100%. Если у нас есть, например, работа V-образного двигателя, когда забита только с одной стороны выхлопная система, тогда MonoScript может показать, что сопротивление более 100%. То есть получается сопротивление настолько большое, что оно душит и эту сторону двигателя, и душит фактически вторую половину двигателя, которая работает. То есть, поэтому не удивляйтесь, если вдруг у нас процентов поднимется. Ну, это как бы проценты такие немножко условные, но они уже дают нам понятие, то есть сколько там мы потеряли мощности двигателя. Как правило, когда мы уже практически не можем двигаться, у нас сопротивление где-то упирается в районе 100%. Хорошо. Следующий крупный смотрим. Значит, это у нас китайский автомобиль, так званый FAW. Интересная неисправность. Инжекторный двигатель, угол опережения зажимания, вот здесь вот смотрите, у нас есть красный крестик. Слишком ранний угол опережения зажимания и на холостом, и на максимальной нагрузке. Мы можем, в принципе, углы посмотреть и здесь у нас на данной вкладке. То есть вот угол опережения зажимания. У нас есть рекомендуемый угол 5-15, а у нас 70. У нас есть нагрузка там. Тут на таких-то оборотах у нас рекомендуемые углы и реальные. То есть у нас более 70 градусов угол опережения зажимания. Ну, скажем, очень редко бывает, что вообще двигатель при таком крайнем отклонении заводится. То есть если мы посмотрим на вкладку опережения, то есть мы видим, есть у нас рекомендуемые зоны, где у нас должно находиться
наши диаграммы. Здесь рекомендуется зона для красной диаграммы, здесь рекомендуется зона для зеленой диаграммы, а в реальности оно у нас выехало значительно выше. Кстати, старые версии могли вот в таком виде отобразить нам вот эту вкладку. То есть мы могли просто не заметить, что наш угол опережения зажимания вышел вне области отображения. То есть хоть это очень ранний, хоть очень поздний. Сейчас автоматически у нас сдвигается экран, то есть мы видим, что у нас угол опережения уехал вне области отображения. А в чем причина этого? А, маховик установили неправильно. То есть у правильных производителей невозможно установить маховик на коленвал не в правильной позиции. Например, один из болтов смещен, то там 6 симметричных болтов при замене маховика то есть сместились на один зуб и, соответственно, получили плюс 60 градусов к углу опережения зажимания. Маховик с зубчатым венцом. Как себя вел двигатель? Ну, конечно, что вел себя не очень адекватно. Холостой, очень был такой. Ну, сейчас можно посмотреть. Но тем не менее, он работает. И во что? То есть вот этот вариант наиболее удобный для работы с модулями зажигания. В худшем случае мы можем не подключать совершенно искры, но тогда мы получим сообщение, что у нас отчет не полный, мы не проверили все параметры по данному цилиндру, во-первых. А во-вторых, все-таки мы как бы себя подставляем, потому что там как раз может быть проблема. Я, если интересно, в принципе, могу чуть-чуть отойти в сторону в качестве развлечения. Расскажу, у меня был один пример, это Audi, с которой я достаточно долго бился. Я где-то там полдня на нее потратил, пока я понял, в чем проблема. V-образная восьмерка. То есть из 8 цилиндров в левой голове работает 2 внутренних, а в правой голове работает 2 наружных. Причем компрессия есть, фазы есть, искра есть. Впрыск топлива есть, а работает здесь только 2 внутренних, а там только 2 наружных. И я никак не мог понять, в чем же ситуация. Причем клиент говорит, ну все, я ехал. А, клиент говорит, я ехал, говорит, нету подкрыльника. Говорит, выпал коммутатор под крыло. Он говорит, вырвало разъем, я назад все вставил, и машина перестала ехать. Но я думаю, ну вышло из строя коммутатор. Но их там 2. Я их местами поменял. Ситуация не меняется. В левой голове 2 внутренних, в правой 2 наружных. Моя ошибка, я перед сделал, но индивидуальная катушка, я поленился подключить искру. Что получилось? То есть, когда коммутатор выехал, вырвало разъем. Но разъем вырвало не целиком, у Audi разъем состоит из 2 половинок. Одна половинка защелкивается на сам коммутатор, а вторая половинка держит 4 контакта. И вот эта половинка вкладыш, он вырвал его, и он умудрился его вставить задом наперед. И получилось, что в 4 цилиндрах искра есть, но она не в такт. Она идет в ненужный момент. Если я бы их сделал правильно и поставил бы разрядник, я сразу бы увидел, что у меня нет правильного угла опережения зажимания. А тут получается, я все проверяю, искра есть, топливо есть, компрессия есть, фаза есть, все есть. И то это ж конкретно в одной голове 2 цилиндра работает, 2 нет, а в другой наружные 2 не работают. То есть пока до меня дошло, в чем проблема. С чего взята вот эта белая часть, задняя часть? А эту часть можно купить вместе с прибором микроскопа или заказать. То есть специально изготавливается для того, чтобы... Мы делаем другую, но я смотрю, какая-то специфика. Ну, это конкретно изготовлено под эту задачу. То есть кому интересно, может купить готовую. Кому, то есть, кто хочет, можно, в принципе, даже и сам провод засунуть в катушку. Как кому удобнее, у кого какая финансовая ситуация. То есть, кстати, кто с
этим инструментом не знаком, то есть я еще раз обращу внимание, что скрипт, он показывает не только угол напряжения зажигания, он нам рисует целое поле, он подсказывает, что угол напряжения зажигания должен попасть в такие зоны, то есть красный должен пройти где-то по вот этой зоне, а зеленый должен пройти где-то по этой зоне. И в принципе, они где-то у нас так приблизительно и выглядят, но очень рано у нас получилось зажигание для данного автомобиля. Так, значит, здесь, на этой вкладке, мы видим, что выпускной тракт без каких-то цветных меток, значит, претензий у скрипта к нему нету. А вот впускной тракт ему не совсем понравился. Во-первых, очень большое наполнение на холостом ходу, 57% при рекомендуемых 20-45%. И во-вторых, на высоких оборотах у нас недостаточное наполнение. То есть должно быть 100-120, а у нас там всего лишь 84. То есть если мы посмотрим на вкладку впускной тракт, вот здесь скрипт анализирует, сколько воздуха на каких режимах набирает у нас наш двигатель. И мы видим, что на оборотах там, где-то до 4000 у нас худо-бедно мы вписываемся в рекомендуемую зону, а выше 4000 уже недостаточно. Ну, я вам скажу, что в данном случае это не есть неисправность. То есть в данном случае у нас как бы с такой особенностью мы сталкиваемся достаточно часто на автомобилях, ну, мягко говоря, не очень дорогих. То есть, если мы возьмем какую-то Audi или там вдруг какая-то Honda к нам приедет, то там, как правило, все настроено очень хорошо, даже до очень высоких оборотов, и, соответственно, те машины и едут хорошо. Те машины, которые подешевле, вероятно, все-таки не могут они позволить настолько хорошо настроить свой мотор, и, как правило, такую ситуацию мы наблюдаем. Но тут следует еще обратить внимание на один момент. Если график становится зеленым, то есть фактически у нас уменьшается нагрузка на двигатель. То есть, грубо говоря, это может быть, что у нас не открытая до конца дроссельная заслонка, но в данном случае она точно была открыта полностью, то есть это я контролировал. Это еще может быть, например, забитый воздушный фильтр. То есть воздух в процессе, мы когда набираем двигатель, мы или дроссельной заслонкой можем ограничить количество воздуха, то есть уменьшить, а может это забитый воздушный фильтр, может где-то не поступает у нас даже в сам воздушный фильтр. У меня была набора такая, у Volkswagen воздушный фильтр имеет на входе еще сетку, то есть если его снять с крыла, оказывается там в крыле на входе воздушный фильтр есть сетка, и та сетка была наглухо забита. То есть, честно говоря, вот если мы видим такую ситуацию, неплохо проверить впускной тракт. Проще всего, конечно, мы можем просто отключить от воздушного фильтра трубу, еще раз сделать замер. Если ситуация не поменялась, ну, значит, такой мотор, он больше не может взять воздуха. Если мы отключили воздушный фильтр, то есть проконтролировали, что кость открывается полностью и стало значительно лучше, значит, есть смысл поискать, где же у нас теряется наполнение. Значит, вот в результатах анализа, вот мы можем здесь почитать. Значит, ну, во-первых, частота вращения двигателя на холостом ходу слишком высокая, возможно, двигатель не прогрет. Скорее всего, мы здесь вообще поддерживали чуть-чуть повышенный угол, повышенные обороты, поскольку при таком раннем углу зажигания двигатель почти не мог работать на холостом ходу. Второе. Плохое наполнение цилиндра при 4-5 тысячах оборотов. И сразу подсказка. Вероятно, из-за неоптимальных фаз газораспределения или геометрии впускного тракта. То есть, если вы увидите, как выглядит впускной коллектор на дорогих машинах, как выглядит впускной коллектор, скажем, на машинах подешевле, становится понятно, почему машины, скажем, там, Audi, BMW, Mercedes едут намного лучше, а те машины, что подешевле, похоже, там никто его особо не настраивает. Как получилось, собралось, ну, так, соответственно, эта машина едет. В принципе, до 4000 эта машина едет более-менее терпимо. Выжимать с нее более 4000 особо резону нету,
там, скажем, имеем в основном потери, а эффективности не получаем. А как бы можно было задиагностировать такой автомобиль, как Калина, 8-клапанный, вырезали катализатор, и не было противодавления, и перестала ехать машина такая? Если машина едет плохо, то первым делом я всегда подключаю PX. То есть, как правило, PX показывает львиную долю на проблем. Единственное, что PX нам не показывает, состав смеси, но состав смеси по сканеру в большинстве случаев достаточно легко диагностируется по сигналу лямбда-зонда. То есть, если я вижу, что по PX у меня все хорошо, я тогда выезжаю в дороге, смотрю по сканеру, лямбда отпустил газ, лямбда упала, упала. На средних нагрузках лямбда переключается, переключается. В полный газ пошла в богатой смеси, значит, у нас там со смесью все нормально. И львиная доля проблем решается. Судя по всему, из-за того, что лямбда начинает плохо работать, когда нет подпора. Не думай, не нужен двигателю подпор для нормальной работы. Тем более исправный катализатор практически не создает подпора. То есть мы же проводим измерения. Если там все у нас идеальный катализатор, то хоть он там есть, хоть там нет, мы почти не видим разницы. Подпор не нужен двигателю для того, чтобы хорошо ехать. Хорошо, идем дальше. Так, ну давайте. А ну, у кого какие есть предположения, что это у нас, что с этой машиной? То есть, есть какие-то предположения по данному автомобилю? Показывает фазы газового распределения. Вот фазы газового распределения. Да, а откуда хочет никому ничего не. Вот так сделать. Как вам тут наполнение на 7600 наполнение под 200%? То есть кто пользовался скриптом PX? По словам хозяина, у данного автомобиля порядка 800 лошадиных сил. То есть это BMW с M3 поставили туда вот такую здоровенную турбину. И, то есть данный автомобиль... Ну, нет, так она на таком надбуве она ездит. Правда, там регулярно поршня выгорает. Получилось, с двигателя 3.2 выжили там где-то, ну, по крайней мере, по словам клиента, где-то под 800 лошадиных сил. Ну, выглядит, что там действительно там в разы больше, чем то, что у нас было с завода. Но интересно все-таки понаблюдать, как с данным автомобилем разобрался скрипт автоматически. Ну, во-первых, вы можете сами посмотреть, то есть видите, то есть у нас с 4000 начинает качать турбина, причем чем дальше, тем она бы еще лучше качала. То есть в принципе можно и дальше там, этот мотор разгонять, просто механически уже не выдерживает механика очень высокие обороты. Но турбина вполне справляется, наполнение там очень хорошее у него. Причем что интересно, что выпускной трак, хотя он и очень высокое дает сопротивление, но скрипт, он понимает, что раз очень большое давление, очень большой подача воздуха, то скорее всего это турбированный двигатель, и небольшое сопротивление по выхлопу он разрешает для данного. То есть он расширяет нам красную зону, и обратите внимание, что в результатах анализа у нас нет никаких сообщений по сопротивлению выпуска. То есть для турбомотора скрипт автоматически он прощает небольшое сопротивление выпуска. То есть если мы получили больше воздуха, значит все нормально, то есть то небольшое сопротивление на выпуске для нас не проблема. За счет него и воздуха. Да, да. То есть за счет того, что мы на выпуске немножечко теряем энергию, но мы больше получаем на впуске. Теперь мы давайте почитаем, что он тут нам понаписывал. Частота вращения двигателя на холостом ходу слишком высокая, возможно, двигатель не проверен. Обнаружено избыточное наполнение цилиндра. Причем, видите, выделено зеленым цветом.
То есть это как бы нетипичная ситуация, но тем не менее мы выделяем цветом, что есть у нас какая-то нетипичная ситуация, но это не есть неисправность, это наоборот даже хорошо, что этот двигатель взял воздуха больше, чем как бы обычный. Я скажу, что это не обязательно, чтобы была турбина. Очень хорошо настроенные двигателя, они могут взять больше воздуха, скажем, чем типичный. То есть, если правильно настроены резонансы, настроенный впуск, если у нас правильные фазы, эта вся система работает в комплексе и позволяет набрать достаточно много воздуха в цилиндре. За счет этого там, небольшой моторчик может очень хорошо ехать. А теперь смотрите, что еще пишет. Для цилиндра со степенью 10,2 наполнение слишком большое. То есть пришли к выводу, что для данного двигателя при настолько большом наддуве степень сжатия была рассчитана неправильно, и соответственно это становилось причиной регулярного прогорания поршней. То есть вот скрипт, в принципе, он контролирует. Если у нас очень высокая, хотя не раз я видел даже там нетурбированные машины, например, не родную головку ставят от какого-то другого мотора, или там специально подпиливают, чтобы увеличить степень сжатия, и после этого приходят и спрашивают, почему же она звенит, почему она не едет. Она и не может ехать, то есть есть определенная норма, которой надо придерживаться, которой придерживаются все производители, выше которой мы получаем только ухудшение характеристик, не получая каких-то особых плюсов. В любом случае, для нас сразу выводится сообщение. То есть, обратите внимание, у нас могут быть проблемы с степенью сжатия. Либо у нас таки точно есть проблемы. То есть, сообщение может быть желтое, может быть красное. Желтое, это как бы так, не 100%, обратите внимание, но красное, это уже, извините, то есть что-то там нехорошо, то есть, скорее всего, вот здесь же у нас как раз и проблема. Дальше идем недостаточное наполнение при 2500-4000, вероятно из-за неоптимальных фаз газораспределения или геометрии впускного тракта. Ну, вообще-то, большинство спортивных распредвалов страдают такой проблемой. То есть на высоких оборотах мы получаем хорошее наполнение, но очень сильно теряем впуск. Я даже вот смотрел, на жигулях, когда мы подбирали распредвалы, и там было у нас несколько вариантов, то практически все спортивные варианты проигрывали заводскому распредвалу до 4000. То есть до 4000 заводской имел самый большой крутящий момент. Все спортивные, да, там мы имели там и 90, и 100 лошадок, и даже больше, но это уже на оборотах от 4 там, до 7000 оборотов двигателя. Ну, а изменяемая фаза? Правильно, изменяемая фаза значительно облегчает эту ситуацию. Благодаря измеряемой фазе, изменяемой, мы можем получать и хорошее наполнение на высоких оборотах, и хорошее наполнение на низких оборотах. В принципе, есть у меня даже примеры, мы пробовали делать замеры, изменяемую геометрию впускного коллектора, для того, чтобы понять, сколько у нас на каких оборотах, где больше двигатель набирает, где меньше и насколько. В целом, ну так, на тех примерах, которые я проводил, изменяемая геометрия впускного коллектора добавляет нам на некоторых режимах 10%. То есть, в принципе, 10% это очень как бы, значительное относительно небольшими, скажем, затратами. То есть, просто заслонкой в впускном коллекторе и какими-то там еще ухищрениями в геометрии впускного коллектора. Значит, вот смотрим впускной тракт. Действительно, вот тут у нас до 4000, немножечко ниже у нас, чем рекомендуемая зона. Но для высоковоротистых моторов, я часто такое наблюдаю, это не обязательно есть неисправность, то есть очень часто это как бы, это не баг, это фича, то есть кто такую терминологию знает. Следующий угол отрежения зажигания позже оптимального на максимальной нагрузке при 4000. Смотрите, что у нас нарисовало по углу опережения зажигания. Значит, что интересно? Интересно, что скрипт умеет рекомендуемую зону
изменять в зависимости от степени сжатия и в зависимости от наполнения, максимального наполнения цилиндра. То есть, если у нас мотор мало набирает воздуха, например, там восьмиклапанный жигуль, у него можно делать достаточно раннее его опережение зажимания, и это будет ему как бы в пользу. Если мотор имеет высокую степень сжатия, и если он набирает очень много воздуха, соответственно, приходится делать более поздний угол опережения зажимания, иначе мы получим детонацию в таком моторе. То есть в данном случае у нас рассчитана рекомендуемая зона. И в принципе похоже, что вот видите, как угол опережения зажигания менялся. Значит, это не заводская настройка. Здесь у нас как бы там, ребята пробовали эту машину делать, ее там мучили. И из-за того, что там сгорал поршень, то есть вот они даже в более раннее время пробовали опустить угол опережения. Но как показывает скрипт, то есть у нас наддув начинает увеличиваться, начиная где-то вот здесь после 4000, а угол опережения они уже начали возникать после 3000. То есть в данном месте как бы, мы считаем, что там недостаточно оптимальный угол опережения. Хотя вот в остальных участках более-менее нормально. То есть вот эти зоны, они не статические, они меняются в зависимости от тех характеристик, которые мы получили на нашем двигателе. Теперь хочу вам показать следующий пример, но сначала вернемся к нашему первому примеру. Я покажу, что мы тут еще интересного сделали. Вот есть у нас вкладка фаза газораспределения. Значит, обратите внимание, значит, добавилось еще две вот такие полоски цветные. То есть скрипт облегчил работу диагноста, он сам постарался рассчитать, где у нас есть фаза впуска, где у нас есть фаза выпуска. И нам теперь легче видеть симметричные наши фазы, то есть ось симметрии для наших вот этих двух цветных полос находится вертикально, или она у нас имеет наклон вправо или влево. Соответственно, если у нас, например, однораскрывальный двигатель, мы просто получим наклон всей этой картинки вправо, если у нас будет там позже установка распредвала, либо влево, если у нас установка распредвала будет более ранняя. То есть вот эти вот две цветные полоски, они показывают, что впускной клапан у нас открывается еще до ВНТ и держится открытым после нижней мертвой точки. Еще мы можем там померить конкретно сколько градусов. Да, вот здесь. Вот, еще там 34 градуса после нижней мертвой точки. Аналогично выпускной у нас закрылся за 36 градусов до нижней мертвой точки. Здесь тоже не очень простой способ, не очень простой пример. Ну вот здесь у нас как раз закрылся впускной клапан. И автоматически распознана эта точка, нарисованы вот эти зоны, чтобы было удобно. Но более того, у нас тут есть еще даже в рукаве спрятан еще один моторчик. Значит, смотрите, что у нас здесь делается. Оказывается, он не просто нарисован, это у нас моторчик живой. Более того, значит, все процессы, которые нарисованы на этом, на этой анимации, эти все процессы, они измерены непосредственно в нашем двигателе. То есть, если мы начнем крутить наш маркер, то есть мы видим, что у нас изначально, смотрите, что у нас происходит. Ну, давайте чуть-чуть сделаем, увеличить масштаб. Вот, смотрите, даже форма кулачков рассчитана под конкретный мотор. То есть, как они у нас там размещены, раньше, позже. Значит, вот мы видим, что у нас после прохождения верхней мертвой точки открывается впускной клапан, и газы, которые остались в цилиндре, в их остаток выхлопных газов, прорывается через впускной клапан, поскольку у нас на впуске разряжение
Более того, у нас даже показано, сколько этих выхлопных газов туда проходит. То есть, если у нас неправильные фазы газораспределения, или у нас, например, забитый выхлоп, что большое количество газов, мы реально эту ситуацию наблюдаем на вот этих всех анимациях. То есть, дальше поршень по мере движения вниз начинает уже вытягивать вот эти выхлопные газы. Обратите внимание, что достаточно большое количество выхлопных газов всегда у нас остается в цилиндре. И это нормальная ситуация, это реально такая ситуация происходит при работе нашего двигателя. То есть мы набираем смесь, которая частично размешана с выхлопными газами. Дальше у нас идет вот небольшое, видите, выталкивание. После прохождения нижней мертвой точки у нас немножечко газы еще выталкиваются назад на впуск, поскольку клапан закрывается после нижней мертвой точки. Дальше мы сжимаем нашу топливо-воздушную смесь, и мы видим, есть у нас небольшие потери через кольца. Причем, опять же, вот эти все анимации, они соответствуют состоянию нашего мотора. То есть будут большие потери, здесь будут большие стрелочки. То есть это отображает, как у нас все происходит. После верхней мертвой точки, когда мы сжали максимально нашу смесь, мы начинаем разжимать. Все равно наблюдаем небольшие потери через кольца и движемся до открытия выпускного клапана. То есть в момент открытия выпускного клапана интересная ситуация. То есть поскольку мы воздух в цилиндр набрали разряженный, у нас же на холостых разряжениях в выпускном коллекторе, разряженный газ мы сжали-разжали, и он все равно остался разряженным. Когда открывается выпускной клапан, на выхлопе у нас одна атмосфера. И вот этот разряженный газ и одна атмосфера на выхлопе заставляет выхлопные газы двигаться изначально в сторону в цилиндр. То есть выхлопные газы набираются в цилиндр, и только после этого начинает выталкиваться уже в сторону выхлопной системы. И какая-то часть в любом случае остается у нас в камере сгорания. И наши все процессы повторяются. То есть здесь, вот, кому интересно, можно рассмотреть эти все. Вот эти, кстати, все процессы, которые я сейчас раскрыл, они вообще-то здесь, как бы, в этом нашем графике, в нашей этой диаграмме, они здесь тоже отображены. Но просто здесь их значительно тяжелее увидеть, поэтому мы постарались его представить в более понятной форме. А вот то, что угол там постоянно, то выше, то ниже, как бы на выпуске, вот линия на разбежности, это не четко. Вот здесь? Да. Дело в том, что так он и есть. Какая ситуация? Значит, мы для отображения данной вкладки, мы берем не один конкретный цикл, мы их берем 5-6. Во-вторых, для отображения данной вкладки мы выбрали такой участок, где у нас меняется работа двигателя. То есть, ну, например, там, или мы входим в режим холостого хода, или в режиме холостого хода у нас какие-то изменения оборотов. Специально был выбран такой режим для того, чтобы мы отчетливо увидели, когда у нас, то есть, если у нас есть движение газов через впускной клапан, значит, он еще открытый. Если у нас движения газов через клапан нету, значит клапан закрылся. Но мы можем иметь ситуацию, когда у нас клапан открытый, но давление в впускном коллекторе и в цилиндре они выровнялись, и движения газа нету. То есть получается клапан еще открытый, но уже движения газа нету. И мы можем ошибочно принять эту ситуацию за закрытый клапан. Поэтому мы выбрали такой режим, то есть чтобы мы видели на разных режимах, что у нас происходит. И даже если в каком-то цикле в этой точке у нас нет движения, мы не говорим, что здесь клапан закрытый. Мы набираем статистику для того, чтобы уменьшить вероятность ошибки в точности определения фаз. Понимаете? То есть здесь у нас не за один цикл, здесь мы отображаем ситуацию за 5 или даже 10 циклов. Да-да. И мы каждый цикл можем рассмотреть в деталях, что у нас происходит в нашем цилиндре. То есть на какой угол поворота коленвала у нас газы, через какие клапана, куда протекают. Просто да, пользуясь скрипом.
четкий, красивый график скрипта, даже по количеству тайминга все. А бывает такое, что расческа просто вот с потолка. То есть раз расческа до потолка, значит нестабильный режим. Но иногда именно нестабильный режим позволяет более точно найти вот эту точку закрытия впускного клапана. То есть это как бы не есть плохая ситуация, если у нас нестабильно. То есть это один из возможных способов для более точной диагностики. Показываю вам еще один пример. Вот эту БМВ вы видели? Еще одну БМВ вам показать? Смотрите, вот еще одна БМВ, заключение, проверки фазы вазораспределения. Идем на фазы вазораспределения, ничего вам тут не, да, глаза не режет вам? Нету кулачка. Значит, смотрите, что у нас получилось. Скрипт определил, что выпускной клапан, вот работает в таком диапазоне. Видите, да? А впускной только вот на таком маленьком диапазоне. То есть вот только чуть-чуть. Так лучше. Видите, выпускной работает, ну, почти как обычно. Почти как обычно. А впускной только очень короткое время. Более того, значит, скрипт, а, сейчас, он еще и, значит, если мы сейчас более детально покрутим наш маркер, смотрите, что у нас происходит. Так, это у нас желтый, это у нас так рабочий код, выпуск-выпуск открылся, значит, вытолкнули выхлопные газы и двигаемся ко впускному, О, смотрите, видите, все-таки движение через клапан есть, но открытие клапана очень маленькое получается. То есть надо еще, наверное, приблизить. То есть, о, видите, там есть чуть-чуть кулачок? Он там есть. Дело в том, что так работает вольватроник. Значит, в режиме холостого хода вольватроник уменьшает ход открытия впускного клапана. И, то есть он, во-первых, очень короткое время его открывает, во-вторых, очень на маленькое, на маленький ход приоткрывается. И скрипт, он, исходя из давления, которое он увидел в цилиндре, он определил, что работа впускного клапана происходит только вот на таком коротком участке. И даже попробовал это отобразить на наших кулачках. В действительности, конечно же, кулачок у вольватроника не такой, как здесь нарисован, но там просто более сложный механизм привода нашего клапана. Но если бы у нас там был кулачок, он выглядел бы приблизительно так при работе на холостом ходу. То есть мы можем считать, что вольватроник работает на холостом ходу, имеет просто очень маленький кулачок, очень маленькое поднятие на очень короткое время. Идем еще смотрим, что нам тут скрипт написал. Значит, отчет скрипта неполный. Это по той причине, что в нашей осциллограмме здесь записан только кусочек холостого хода. То есть ему не нравится. И проверки фазы газораспределения, то есть явно ему не понравились фазы. У нас как-то с точки зрения классического двигателя, вот то. Здесь... А как понять, что он жалуется, что не полно? Вы правильный вопрос задаете. В данной ситуации, то есть данная версия еще не дополнена этими сообщениями. Будет расписано сообщение, то есть там не сделана перегазовка. В любом случае, если это мы получаем сообщение, значит мы выполнили не по методике. Методика гласит, надо завести в режиме холостого хода, плавно разгнуть, резко разгнуть и заглушить. А также, чтобы у нас был сигнал датчика давления и сигнал искры. Если он не находит какие-то участки или какие-то сигналы, соответственно, мы не можем вывести полностью весь отчет. Пока что сообщение выдается так коротко, но оно будет расписано с конкретными рекомендациями, что нужно